Всем привет! Сегодня мы построим робота. И как обычно, давайте сначала посмотрим, что он умеет. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, и поделиться своим мнением в комментариях. Во-первых, у него необычный способ перемещения на шаре. И он умеет делать акробатические трюки. У него вращаются и сгибаются руки. К ним можно прикрепить любое оружие, которое вам нравится. А сейчас время туториала. Ставим деревянный блок и вытягиваем его вверх, чтобы его высота была 17,5 блоков или 35 делений на рулетке. Заходим в плюсик и ставим настройки. Уровень скрепления на красный, а перемещение на 0.5, а поворот на 15 градусов. Подходим максимально близко, чтобы камера была у деревянного блока, и каждый раз, поворачивая на 15 градусов, ставим 24 блока. Должно получиться вот так. На рулетке масштаб ставим на 6 единиц и каждый блок вытягиваем и затягиваем, как я. У нас получился круг, теперь из него сделаем сферу. Внутри ставим стульчик и сзади него ставим блок. Садимся на стол, ставим тортик и шарнир. Сохраняем. Удаляем стульчик, отключаем фиксацию и теперь включаем либо шифок, либо переходим в первое лицо. Теперь, когда мы прыгаем, мы отдаляемся. Летим до водопада и заново загружаем наш круг. У всех блоков, кроме шарнира, отключаем коллизию. Ставим заново этот стол, но уже под наклоном 15 градусов. Теперь у всего этого включаем коллизию и фиксацию. Повторяем все то же самое. Сейчас у нас уже 4 сферы, поэтому в следующий раз, когда мы будем копировать, нам нужно будет повернуть на то расстояние, которое у нас уже имеется, и к нему прибавить еще 4 деления. Если непонятно, то просто повторяйте за мной. Обратите внимание, как я ставлю стул.
Вот мы и построили сферу. Сейчас мы построим тело, голову и руки. После того, как мы построили площадку для тела, к сфере приделываем механизм. Колеса не должны касаться площадки для тела. Присоединяем колеса к платформе. Здесь сзади, если хотите, можете построить дверь. У колес скорость ставим на 30, а крутящий момент на желтый. Прикрепляем голову к телу. Разукрашиваем и строим глаза. В голове ставим кресло пилота. И привязываем колеса на клавиши E к U. Строим руки. Здесь можете построить оружие и инструменты.
Сейчас сделаем мощную пушку. Ставим 15 пушек, как я. Выделяем одну пушку и включаем у нее прозрачность на 100%. Потом стреляем из другой и у нее включаем прозрачность на 100%. И так делаем со всеми. Красим и начинаем делать привязку. Все это отвязываем от кресла пилота, кроме пушек. Левое колесо привязано на геймпад 1 и геймпад 4. А правое колесо на геймпад 2 и геймпад 5. Левый сервопривод привязываем на кейпад 3 и клавишу P, а правый на клавишу P и кейпад 6. Магниты на клавишу R. Поршни правой руки привязываем на клавишу Z, X, а поршни левой руки привязываем на клавишу C, V. Осталось только все это настроить. Крутящий момент у этих колес ставим на зеленый, а скорость на 3. У всех сервоприводов крутящий момент ставим на зеленый, а скорость на 4. Все готово. Сохраняем и заново загружаем. Теперь сейчас я вам расскажу про управление. Чтобы ехать вперед, нажимаем клавишу E, а чтобы назад, клавишу Q. Руки управляются кейпадами 1, 4, 2 и 5. Руки сгибаются кейпадом 3 и 6, и их можно будет поднять вверх клавишей P. Чтобы активировать магниты, нажимаем на клавишу R. Чтобы стрельнуть из пушки, нажимаем на клавишу F. Чтобы раздвинуть левую руку, нажимаем на X, а чтобы задвинуть на Z. А с левой рукой немножко по-другому, там C и V. На этом наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Games, всем пока!